Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, как зарабатывать на бирже Binance, используя его финансовый инструмент под названием Binance Liquid Swap. Если дословно перевести, Liquid Swap получается жидкий обмен. Swap – это обмен, а Liquid означает жидкий. Значит, что это такое? Друзья, на самом деле Binance Liquid Swap – это не что иное, как просто дополнительный обменник, или, можно сказать, небольшая DeFi-биржа, которая находится в самом Binance. То есть здесь вы можете обменивать средства, да, криптовалюту на, например, стейблкоины, или наоборот, стейблкоины на криптовалюту, или сами криптовалюты друг на друга, да, там, например, Tron на биткоин, ну и так далее. Но, обратите внимание, не все криптовалюты, а именно те, которые представлены в самом обменнике. Это тоже нужно учитывать. Liquid Swap позволяет вам также зарабатывать, внося в этот обменник ваши собственные средства. Да-да-да, именно так. Вы вносите определенную сумму денег, и обменник, пользуясь этим деньгами, он их распределяет среди других участников. И за счет того, что происходит обмен, то есть один обменивает троны на USD или кто-то USD на троны, за счет этого вычитывается комиссия, часть этой комиссии берет биржа, а часть этой комиссии идет вам. То есть биржа делится этой комиссией с вами. То есть и биржа зарабатывает, и вы. Значит, поняли, да, на чем зарабатывают здесь? На комиссиях за обмены теми токенами, которые присутствуют в этом обменнике. Как зарабатывать на Binance Liquid Swap? Вначале нужно зайти вот сюда. Нажимайте вот сюда «Финансы». Ну, естественно, вначале нужно быть зарегистрированным на Binance. Если у вас еще нету на Binance, то переходите, ссылка в описании. Затем вот выбираете «Финансы» и выбираете Liquid Swap. О рисках, конечно же, мы поговорим. Вот мы переходим на такую страницу. Здесь у нас есть обзоры пулов. То есть, фактически, это те обмены, которые здесь есть. Вот, например, BTC на WebBTC, или BUSD на USDT, BUSD на DAI и так далее. Вариантов здесь много. Смотрите, значит, есть у нас так называемые стабильные пулы и есть инновационные пулы. Стабильные пулы, они привязаны к стейблкоинам. И они самые выгодные, и, собственно, в них я и инвестирую, в них я депонирую. А вот инновационные пулы, они заточены, конечно же, на криптовалюту. И здесь риски, вот сейчас мы поговорим о рисках, здесь риски большие, потому что цена этих активов, она зависит от количества токенов, которые присутствуют в пуле, в том самом обменнике, да, вот, и так как криптовалюта, она волатильна, то и здесь можно как хорошенько поднять, то есть заработать, так и наоборот потерять. А что касается пулов стабильных, там где USDT, USDC, вы знаете, что их цена, она привязана к доллару, ну там почти 0.99, да? Вот, и там фактически рисков практически нету. Ну, риск в том случае, если вдруг кто-то взломает биржу Binance, например, вот тогда он полностью обнулит весь баланс этого Liquid Swap. Вот такие риски, да? То есть, если кто-то взломает биржу Binance, или кто-то, допустим, получит доступ к вашему аккаунту через Трояна, например, такое возможно, а потом он эти деньги выведет через NFT, даже, собственно, и не используя ваш аккаунт для вывода. Вот недавно случай произошел с блогером, у которого увели очень много денег через NFT. Ну что ж, значит, смотрите, есть у нас инновационные пулы, заточены они на криптовалюту, да, вот, например, Tron меняем на BNB, или наоборот, BNB на Tron, BTC, TRX, TRX, Ether, ну и так далее. Вот здесь очень много, можете посмотреть. Я буду с вами рассматривать только стейблкоины, да. И у нас есть стейблкоины, то есть стабильные пулы. А слово stable, стабильные. И вот смотрите, здесь у нас есть такие пулы. То есть обменные. Пулы это обменные, ребята. USDC, дроп USDT. Вот это нас интересует. Выбираем вот здесь кнопочку ликвидность. Ликвидность. Что такое ликвидность? Кто-то знает, отлично. Кто-то не знает, сейчас узнаем. Что же такое ликвидность, друзья? Как говорил один блогер, ликвидность это ваш друг. И да, действительно. Почему? А сейчас мы узнаем. Где-то я вот сохранил маленький скриншотик. Вот он. Он доступно объясняет, что такое ликвидность для всех новичков. Ну, я тоже, собственно, новичок в этой теме. Значит, это финансовый термин. Значит, главное свойство денег – это абсолютная ликвидность. Ликвидность – это мера того,
насколько быстро можно обменять какой-либо актив на наличные деньги. Поняли, да? То есть это свойство, например, того же USDC или USDT, быть быстро обмененным на, например, USD, или на рубли, или на евро и так далее. Понимаете, да? То есть это практически цена денег, можно так сказать. Цена денег. Если они имеют спрос, то у них большая ликвидность. И, собственно, наши вот эти стейблкоины, они имеют большой спрос, поэтому у них большая ликвидность, и поэтому на них можно зарабатывать. Итак, значит, что же такое ликвидность, мы с вами поняли. Давайте вернемся. Итак, друзья, мы с вами выбираем обменник LiquidSwap с пулом, то есть с обменом USDC и USDT. Это подразумевает о том, что мы сюда вносим либо USDC, либо USDT, либо обе монеты или оба актива сразу. А что, если у меня, например, есть только USDC или только USDT? Могу ли я участвовать в этом обменнике и зарабатывать? Конечно, могу. В таком случае я выбираю либо добавить USDC, либо добавить USDT, то, что у меня есть. Итак, друзья, когда мы с вами выбираем один вид актива, то здесь, в этом LiquidSwap, происходит деление одного актива на его пару. То есть в данном случае у нас USDC и пара USDT. То есть, например, вы внесли, скажем, $30, $20 получилось в USDC, а вот $10 биржа обменяла на USDT. И вот за счет этого обмена биржа взяла комиссию. Комиссия указана вот здесь. Комиссия 0,2%, 0,02 USDC. И вот именно на этих комиссиях, когда кто-то производит обмен на этом LiquidSwap, или депонирует, или выкупает, смотрите, три варианта, или он делает депозит, или выкупает этот депозит, или делает обмен вот здесь вот в обмене, за счет этого биржа берет комиссию, часть комиссии берет себе, часть комиссии отдает другим пользователям, которые участвуют в этом самом LiquidSwap. То есть, таким образом, они зарабатывают на комиссиях. Мы будем зарабатывать на комиссиях при обмене, при добавлении депозита, при выкупе депозита. Вот откуда здесь деньги в этом самом обменнике. Если мы хотим вернуть наши средства, то нажимаем, соответственно, «Выкупить». Нажимаем «Выкупить». И если, например, я вносил в USDC, я выбираю, например, «Удалить USDC», выбираю «Максимально». Максимально — это не то, что вот здесь указано, это сумма доли. Это другое. Именно нас интересует именно сумма, сколько я сюда вносил. А вносил я сюда вот 49,93. Но, наверное, вы догадались, то есть $50 я сюда вносил. $50. Естественно, комиссия была, она там стала где-то 49 и, как видите, 93. Я несколькими частями сюда вносил. Поэтому я буду выносить не все $50. Но есть еще проценты, которые мне накапали за то, что я депонирую в этот обменник. Это я вам чуть попозже покажу. Так вот, я могу вынести, то есть выкупить все средства, которые я сюда внес. Теперь давайте посмотрим, как же здесь, где можно смотреть начисление процентов за ваш депозит. Заходим вот сюда в обмен. А нет, извиняюсь. Заходим вот сюда, моя доля. И здесь отображается общая моя доля. Вот она, $49,97. Здесь отображается, сколько я вносил актива. Вот смотрите, 34 USDC и 15 USDT. Вот эти 16 USDT эта биржа сконвертировала, то есть обменяла с тех средств, которые я вносил. Вот с этих $50. То есть она разделила часть на USDC, часть на USDT. Ага, вот это вот, смотрите, стоимость за долю. Это сумма доли. Доли, то есть у каждого участника есть своя доля. Чем больше сюда активы вносите, тем больше у вас будет ваша доля. Еще один момент такой. Когда вы участвуете в пуле USDC, USDT, например, вы еще дополнительно получаете награду в виде BNB. BNB, да. Помимо того, что здесь происходит начисление в USDT, USDC, вы также еще и получаете в BNB. Это такая награда от биржи. И вот смотрите, каждый день, вот здесь вот история дистрибуции, видно, сколько я получаю BNB. Вот, извиняюсь, не каждый день, каждый час и каждый день, естественно. Вот, по 56, вот BNB капает каждый час. Я еще не получал награды, для того, чтобы получить награды, нужно нажать вот сюда, получить все. Это общий доход за несколько дней, буквально, которые здесь у меня вот эти средства лежат.
Смотрите, если я нажимаю «Получить все», видно, да, что мы получим. Мы получим награды в вот этих BNB, которые я вам показал в истории транзакций, а также мы получим награды в USDC и в USDT. И вот смотрите, написано, полученные награды переведены на ваш спотовый кошелек. Ну, будут переведены на ваш спотовый кошелек. Вы можете добавлять к вашему депозиту еще средства, нажав кнопку «Добавить». Это будет такая же страничка, как, ну, вот мы видели уже, когда выбирали «Добавить ликвидность». То есть вот снова добавляем, например, добавляем USDC. Ну, давайте сделаем $10, например, я добавляю USDC. Угу. Так. Да, кстати, какой процент здесь? Процент общая доходность – это 5%. Ну, будем округлять, да, 5%, но это годовых процентов, друзья. Вот смотрите, здесь указана комиссия и BNB награды. 4,79 и комиссия на основе суточного объема в годовом исчислении. Да, это 5% годовых, не в месяц, не в день, а в годовых. Ребят, но это гораздо выше, этот процент, он гораздо выше, чем на всех остальных других финансовых инструментах самой биржи. Тот же депозит, там процент небольшой. Ну и да, собственно, это только там и есть. То есть, если вы хотите сделать депозит во вкладке «Депозит на Binance», там процент небольшой. Здесь же больше, больше. А что касается рисков, я уже вам сказал. Вот, я выбираю $10, добавить USDC. Смотрите, что произойдет сейчас с этими $10. Нажимаю «Добавить ликвидность». Когда вы первый раз будете участвовать в этом ликвид-свапе, вам нужно будет пройти небольшой тест. Первый раз этот тест, вот я вам честно скажу, я проходил его на ура. То есть, там вот внизу, на страничке, где тест был, написано было подождать минуту и ответы высветятся. Да, такая типа шпаргалка. Ну и вот я, собственно, подождал, тогда еще ничего не понимал в этом ликвид-свапе. Вот, я подождал, увидел, какие там ответы подсветились и, соответственно, поставил туда галочки. То есть вам нужно обязательно это пройти, только после этого вам будет открыт доступ к этому обменнику, ликвид-свап. И вот смотрите, что произошло, друзья, с теми $10, которые я сюда добавил. Часть из них превратилась в USDC, $6.80, а часть из них превратилась в USDT. И за счет этой конвертации биржа взяла комиссию с моих же средств, естественно. Нажимаю теперь «Посмотреть мою долю». Сейчас баланс здесь увеличится. И вот, как видите, стало 59,96. По сути, ребята, что я хочу вам сказать. Что это такое, да, вот этот обменник? Это практически обычный депозит, где вы будете получать годовой процент, который указан, ну, я вам уже показал, это было 5%, да? Давайте вот сейчас зайдем сюда. Годовой процент вы будете получать, но нужно понимать, что этот процент, он колеблется, так как это ликвид, то есть это жидкий обмен, здесь процент будет постоянно меняться. Вот. Но при этом вы не рискуете практически ничем, если вы вносите USDC или USDT, то есть стейблкоины, так как их цена завязана на фиатной валюте, то есть доллара, на долларе. Вот. И вы в любой момент можете снять. Да, именно в любой момент, здесь нету такого, как период погашения там, или заморозка на определенное время. Здесь вы в любой момент вы можете снять свои средства. Вот процент 5,2, да, процент это в годовой. Вот. И, собственно, перенести эти средства заново на ваш спотовый кошелек. У кого есть очень много средств на бирже, например, вот у трейдера, вот я недавно слышал эту информацию, значит, они что делают? Они, например, в течение дня совершают торги, да, то есть покупают, продают и так далее, а потом берут определенный баланс со своего кошелька, вносят сюда на ночь, обратите внимание, вносят сюда на ночь, а утром снимают сливки, которые накапали, то есть вот эти проценты, которые накапали за ночь. Вот такое тоже возможно. Но это в том случае, если очень много средств, там по 10 тысяч, 20 тысяч долларов, там будет довольно такой неплохой прирост. В день там $10-20, например, может накапать. Да, реально это возможно, если участвовать не только в стейблкоинах, но еще и в других инновационных пулах. Но также нужно понимать, да, что вот эти инновационные пулы, они сопряжены большими рисками, так как они связаны с криптовалютой, а криптовалюта волатильна. То есть вы выбираете ту криптовалюту, если уж хотите в инновационные пулы инвестировать, которая менее волатильна.
или на росте находится. Здесь уже много факторов нужно учитывать. Друзья, теперь что касается обмена. Как здесь совершать обмен и выгодно ли здесь делать обмен, в отличие, например, от той же торговли на бирже, там, классическая, продвинутая, по лимиту и маркету и так далее. Давайте посмотрим. Заходим вот сюда в обмен и выбираем, что мы хотим обменять на что. Допустим, там, не знаю, троны, да? Здесь, смотрите, указано, сколько минимальная сумма обмена, да, 10 тронов, например, да, 10 тронов обмениваем на BNB. Но у меня сейчас нету тронов в наличии, поэтому здесь ничего не показывает. Смотрите, значит, первое преимущество, что здесь можно обменять, в принципе, абсолютно любое количество токенов, в отличие от биржи, ну, на бирже, например, минимальная сделка это $10. Если у вас, например, там 10 трона вы хотите обменять, то именно здесь вы это можете сделать, в отличие от биржи. Ну, например, там не достает вам какое-то количество USDC или USDT, и у вас там есть залежавшиеся троны или ады, мады и так далее. Ну, другие криптовалюты в минимальном количестве. Вот зашли сюда, сделали обмен на ту валюту, которая вам нужна. А обменивать здесь можно, вот смотрите, сколько вариантов: BNB, BTC, Ether, USDT. USDC нету, как видите. Причем для каждого токена, да, для каждой крипты есть свои пары для обмена. Это надо уже смотреть. Итак, значит, первое преимущество в том, что здесь можно обменивать практически любое количество токенов. И второе преимущество то, что здесь это происходит гораздо быстрее и с минимальной комиссией, в отличие от биржи, то есть в отличие от торгов на бирже. Друзья, если же вы хотите лучше познакомиться с Binance Liquid Swap, понять механизм, как происходит обмен, за счет чего происходит начисление комиссии, как она, эта комиссия, начисляется и все такое, здесь все это можно прочитать вот здесь. Заходите сюда в факт по P2P торговле, часто задаваемые вопросы, выбираете Liquid Swap и проходите вот эти пункты. Что такое Binance Liquid Swap? О непостоянных убытках, формулы здесь показаны, по каким будет рассчитываться комиссия, ваш доход и все такое. Ну вот, по сути, что я хотел вам рассказать про этот финансовый инструмент Binance Liquid Swap. Я надеюсь, я понятно вам объяснил. Если это так, поблагодарите меня комментарием, подпиской, если пока не подписались, лайком. Если что-то непонятно, также пишите комментарии, если я смогу, то отвечу на них. Также, друзья, если вас интересуют другие финансовые инструменты Binance, на котором вы также сможете зарабатывать деньги пассивно, то есть инвестируя, посмотрите видео, которое появится в конце видео в конечной заставке. Видео называется «Staking Binance. Доступные инвестиции и пассивный доход». Также можете посмотреть другие видео на тему Binance на моем канале. И на этом я с вами прощаюсь, друзья. Спасибо всем за просмотр. Будьте здоровы, успешны и до новых встреч!